мы просто берем вот этот гель и принимаем душ. То есть здесь также есть те самые компоненты, которые способствуют пихтовое масло, еще да, раз вот. Хочу, чтобы каждый понял, пихтовое масло. Слушай, запах идет, вот я нахожусь далеко, почти метр, я слышу этот запах. И, кстати, Надежда, это не только гель для душа, великолепно принимать хвойные ванны. Но не просто запахом хвои покупаем соль какую-то, еще что-то, запахом хвои. Вы знаете, сколько там хвои? Вот сколько процентов сколько там хвои? Там молекул? А у нас настоящее пихтовое масло, королева среди масел. Почему королева? Богатейший состав, друзья, экологическое чистое производство, запатентованное технология, и все это вкупе дает нам не только свежесть тела, мы сейчас говорим для гели для душа, когда у нас ранки заживают побыстрее, какие-то трещинки, когда тело становится, наша кожа становится мягкой, бархатистой. Вы посмотрите на это производство, это фабричное производство. Посмотрите, какой богатый состав, такой жирный крем, жирный, густой, но тем не менее на теле такой крем блестеть не будет, впитывается легко. Но перед тем, как наносить любой из кремов, обязательно возьмите наш гель для душа, потому что сейчас хорошо, Василий Павлович сказал о том, что если множественные поражения, допустим, тела, да, не дай бог, то надо вот комплексно, да, если всегда. У нас гель.